Маршрут номер 535, который отменили в феврале этого года, заменят новым. Правда, курсировать он будет не так, как раньше. Жители городка Б смогут добраться на общественном транспорте до метро Котельники. Напомню, до этого конечной остановкой маршрута была станция Выхино. Межмуниципальный маршрут номер 535 исчез из городка Б из-за расторжения договора на его обслуживание. Такая ситуация создала массу неудобств местным жителям. От гарнизона до станции метро Выхино им приходится добираться на такси. По словам Сергея Плитова, прибегать к таким крайним мерам придется до конца месяца. В начале мая с улицы Шоссейная будет курсировать новый маршрут под номером 82. Только конечная остановка будет его не метрополитен Выхино, а метро Котельники. На линии будет работать 8 машин малого класса, 22 посадочных места. В случае необходимости, естественно, это количество будет увеличено. На данный период времени, и я надеюсь, на следующей неделе мы этот вопрос решим. Стоит отметить, что это не единственный маршрут, который поменял схему движения из-за открытия новой станции метро. По решению Департамента транспорта города Москвы, ряд областных маршруток, которые курсировали до Выхина, Кузьмина, Киризанского проспекта, будут перенаправлены на станцию Котельники. Луиза Егазарян, Александр Асеев, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.